Всем большой привет! Приехали мы на мост между Октябрьском и Хоняками. Решили прогуляться, показать вам, как река Чуна, в каком она сейчас состоянии. Сегодня у нас на дворе 7 апреля. Очень тепло. Мне кажется, больше 12 градусов, наверное, да? Все тает. Сегодня на ночь обещают снег с дождем, завтра минус один. А сегодня вот у нас такая теплая погода. Сейчас, конечно, солнышко, небо начинает затягивать. Но река уже поверху вода собирается. У реки. Лед еще не трогается, но трещины, видать, ну, небольшие, но есть трещины. Там он рыбачит, рыбаки. Сейчас я приближу камеру. Качество будет не очень, но вот отчаянные мужики, рыбаки. Да, это надо оттуда. Любители. Ну, просто решили поделиться с вами таким позитивным, хорошим видео весенним. Красота такая, дышится хорошо. Дома сидеть надоело. Вчера ездили в деревню, а сегодня решили тут прокатиться в Чунском районе. Маленько поехали на мойку машину помыть, а там очередь большая. С деревни приехали, машина как комок грязи. Вот. Ой, какая полоса интересная на небе. Самолет, видать, летел. А, наверное, камера не передаст. Ой, так дышится хорошо вообще. Вот ходим и думаем, как бы нам попасть на ледоход. Когда трогаться начнет, попадем, не попадем в этом году. У нас как бы можно и на Чукши поснимать, и на Чуне поснимать ледоход. И в деревне Чукша поснимать ледоход, где попадем. Сразу, как только это, будем ездить поближе к этому, к движению льда и наблюдать. Просто хотим заснять, мы вообще как бы любим ледоход смотреть, нам нравится. Тоже вот рыбак. Здесь, конечно, ветер дует. Ну, красота вообще. Вот сейчас пошли с Октябрьска в Хоняки по мосту. Вот Октябрьск сзади. И пошли в сторону Хоняк. Дорога сюда отличная. Проехали через Лесогорск вообще. Чистенькая, хорошая. В бедогах дорога тоже хорошо все. Ну, есть лужи там. Ну, не сказать, что там прям... Вот у нас в деревне вчера мы были, мы перли как на танке, как говорится, как на тракторе, наверное, назвать. Вот такая красота. Очень красиво. А воздух теплый-теплый, весенний. Ну, теплый воздух, хорошо. Люди ходят. А желудок у меня так и это. Это вообще вот почему видно? Шатание такое, вот сейчас на мосту стоим посередине, ветер дует, прошел парень, там вот тоже кто-то идет, и мы, и вообще он просто, вот по канату прямо видно, как его шмотка, о, по верхним, смотри, канатом шатает, он какой-то, я не знаю. Не, ну естественно, ну если человек 20 пойдет в одну сторону, в другую, расшатывание будет побольше. Ну, конечно, он не разрушится, кого. Тут, я думаю, наверное, на мотоциклах гоняет кто-нибудь. Да, запросто. Не удивлюсь, а летают тут. По лету надо переехать, но сюда запросто есть. А так очень красиво, очень красиво. Вот, делимся с вами. Да, там вот, посмотрите, как красиво тоже. Там Хоняки, и туда идет Пионерск. Ну, вот водичка уже. Это так сверху. Снять маленько поближе. Вот здесь под... Так вот, а туда уже не помочь, если я его уроню. А здесь вот откуда вода, не пойму, бежит. А, ну, вот от дождей, видать, и тает. О. Палку надо было эту взять с собой, селфи. Потому что так вообще... Вода бежит. Прилично так она бежит. Ну, это верхняя вода, видать, от дождей, от снега.
Да, потому что... Вот идем, прошли. Вот это, наверное, середина моста, да, мы сейчас находимся? Где? Слушай, ну да, там такое ощущение, как будто ломало. Это осенью, наверное. Вот это сваи какие мощи, мощь какая вообще. А это вот середина, а я вот не помню, как в этом, в Веселом, там есть посередине такая вот свая? Есть там даже две. Там есть, да, тоже. Вот написано тут предупреждение. Нырять и прыгать с моста запрещено. Ну, конечно, я не знаю, кто прыгнет и нырнет. Только у кого в голове не хватает, наверное. Вообще, очень... Кому такая идея может прийти в голову? Сигануть. Мало ли, кто-то напьется на счет. Да, это... А это вот тут какой-то лавочки, доска. Вот, маленечко прогулялись. Да. Здесь в Октябрьском промзона, вот там идет постройки, там вот все, вот это промзона. А здесь вот частный сектор. Там так прогулялись, туда не пошли. Там вот здание, вижу, трехэтажка какая-то. О, любители. Вообще, обожатель. Видать, там этот, как сказать, клёв идет, что-то там довольные. О, сколько их там. Шашлык еще жарят. Да нет, дымка не видать, просто видать. Любители рыбалки. Молодцы. Так, ну все, поехали до дому или до мойки. Выехали, вот ханяки проезжаем тут. Дорога отличная, вообще сухая. Ну, местами там чуть-чуть. А так дорога очень хорошая. И здесь открытое место. Снега уже даже по полям очень мало вообще. Ну, как вот совсем маленько. Место солнечное. Лес тут другой, не такой, как в нашей стороне, да? Какой-то вообще... Поехали на мойку. Сейчас попробуем... помыть машину.